замыкаясь, молчишь. Неужели становится грустно, вспомни знамя Христовой любви, что враги христианства топтали, братья ж наши безропотно шли, уповали, надеялись, ждали. Сколько было измученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве? Почему наш костер не горит? Почему у нас мало стремления? Почему молодежь наша спит? Неужели нужны нам гонения? Посмотрите, что в наших сердцах. Посмотрите, какая там стужа. Молодежь приближается крах. Молодежь всем нам кается нужно. Сколько было измученных душ, то сияло Евангелие в узах. Лагеря среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве? Наши волны к Нему — это сила. Бог пошлет освещающий дождь. Благоденствие нас иссушило. Нам нужна перекладка огнем наших сил молодых возрождение. Как пристанем пред Божьим лицом, мы последних времен поколения. Сколько было измученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве? Сколько было измученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой?